Я хотела бы напомнить одно видео, которое вчера активно очень обсуждалось в нашей программе «Знай больше», а также очень активно обсуждалось на платформе SAITV. Это общение, если можно, вы видите его также. Это общение музычка с прокурором Ровненской области. И вот сегодня пришла некоторая реакция на этот инцидент. Давайте послушаем немного. Сейчас на Майдані будеш пояснювати людям. Як за на віроку на Майдан? Ти ми людьми будеш посилі пруду. Як тварина кончена. Тут быстро. Ваші часи вже закінчуються. За то сука. Справа в слідчого. Руку! Я кажу руку, бать, за душу. Вот сегодня на своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков прокомментировал данное видео после его просмотра. По поводу художественного музычка, также известного как Саши Белого, в прокуратуре, видео с которым увидел на Фейсбуке сегодня. 100% сходство, даже больше. Это не гипертрофированное проявление поиска справедливости. Это 100% диверсия против веры людей, возможный какой-то порядок. Такая безобразная развязанность и хамское пренебрежение к человеку больше предательства Майдана, чем может показаться сначала. Насколько знаю, прокуратура уже реагирует. Если уверен, что это не так, отреагирую лично.